В Москве накануне завершился Кубок мира по смешанным боевым искусствам «Ориентал». За звание лучшего там боролись спортсмены из 20 команд. Традиционно свой высочайший класс показала сборная Дагестана. Наши атлеты выиграли 40 золотых медалей в разных возрастных группах. Отметим, что в этих соревнованиях участники состязались в 6 дисциплинах «Ориентала». Лидерство нашей команде в общем зачете обеспечили воспитанники Бадави Гасанова, Расула Саладинова, Иманали Пашаева, Султана Ибрагимова, Инара Экберова, Видади Марданова и Расула Алиева. По количеству наград вслед за командой Дагестана идут бойцы из Липецкой области и Чувашской республики.